довез твоего голубя за 5 километров. Сейчас буду пускать. Сел. Вот вылетя и сел. Посидит, полетит дальше. А, полетел. Куда полетел? А вон. Вот, друзья, пришел в голубятню. Вот брат выпустил. Прошло минут 40 где-то. Как выпустил. Эти вот голуби здесь, на свободе, я их не закрываю. И вот он, друзья, прилетел. Вот он в середине, вот он, лохмоногий. Не летает, отказывается летать. Ну, летает минут 15, не поднимается. Но тяга домой бешеная, друзья. Тяга домой бешеная. Вот не знаю, оставлять его, убирать. Хотя вот его сын Чап летает очень классно. Вот на яйцах сидят. А он, не знаю, не хочет. Но тяга домой очень бешеная. Ну вот с 5 километров прилетел. А ну, здесь. А, выскочил. О, ну, бешеная тяга. Вон тоже сидят. Погода супер. Ладно, как-то так, друзья. Но стало прохладней. Прохладней, но погода классная. По ночам холодно. Ну, как холодно. Прохладно очень. Вот пескунов надо тренировать тоже. Вот пескун с красным кольцом. А тот, наверное, выскочил. Вот тоже линяет взрослая голубка. Молодые, видите? А вот этот, которого орел ловил. Ну, тоже давай выйди, выходи. Выходи. Я его не гоняю пока. Пока не гоняй, он и линяет. Ладно, как-то так, друзья. Вот такая у него тяга домой, а лететь отказывается. Удачи!